Воздвижение честного животворящего креста Господня. Все мы нужные, хоть и грешные, никчемушные и успешные. В каждом есть зерно покаяния, прорастет оно в свете знания. А кто искренне в том нуждается, в Божьей истине пробуждается, и герой найдет много веры сил, коль на бой пойдет против ереси. Риму мир всегда был подножием, он в экстрим впадал, многобожия. Вредный культ менял между странами, все заполонял истуканами. Во владычество Константин вступил, он язычество с детства не взлюбил и пошел стеной, супротив на брань веры истинной, просияла грань. Как всегда права христианства суть, он успел едва на восток взглянуть, в небе крест горел, и слова под ним Константин узрел: победишь ты сим. А еще тому в подтверждение нес Бог крест ему в сновидении. Отступает мрак, раз расклад таков, этот Божий знак сокрушит врагов. На полотнища крест изобразил, злые полчища наповал разил, пока меч крестил неприятеля, вспомнил Константин про распятие. Крест Христов стяжал обретения, 300 лет лежал без истления, глубоко зарыт был под капищем, от людей сокрыт, как на кладбище. Но пришла пора, крест взялась сыскать, императора Константина мать. За святым крестом много дней брела, как и сын потом святость обрела. Ведь на древе том был Господь распят, на пути святом камни возопят. Древних лет еврей снял заклятие, подсказал он ей, где распятие. Под холмом в ночи скрыто 3 креста, 2 разбойничьих, 3-й для Христа. 3 на 3 и 1 вопрос, на каком из них был распят Христос? Предложили чин непредвзятости, положив почин крестной святости. 2 хоть в воду брось, лишь пойдут круги, 3-й жизнь ось, не в пример другим. К нему с верой кто прикасается, полной мерой тот исцеляется. На покойника возложили крест, он вздохнул слегка и в гробу воскрес. Даже в тлени плоть воскрешает ведь, как и сам Господь побеждает смерть. И воздвигнут крест, то есть поднят ввысь, чтобы все о крест верой облеклись.
свою святость он принял от Христа. Положи поклон, приложи уста, за смиренный жест всех Господь спасет, кто, подняв свой крест, до конца несет.